Здравствуйте! Снова я, с вами Сергей Гуд, канал Викинг Лайф. И я нахожусь на своем участке в селе Молдаванское. У меня почти все приведено в порядок, кроме одного. У меня ряд малины, которые я в свое время посадил маленькими саженцами и запустил свою малину. Она в непригодном состоянии. Заросла пареем, разрослась крапивка от малины. Не все саженцы прижились, как мне хотелось. И, в общем-то, нужно навести порядок. Тем более, что у меня отпуск уже заканчивается. В понедельник снова на работу. Маленькое отступление. У Аллочки на этой неделе юбилей, день рождения. К ней приехали гости. И несколько дней я был вместе с гостями. Пока гости спят и еще не завтракали, я уже на своем огороде. И мне нужно чуть-чуть поработать. Я буду приводить в порядок малину. У меня посажено в этом ряду три сорта. Брянская красавица, желтый гигант и моровилла. Я посадил их так, чтобы между ними было расстояние, с запасом для того, чтобы если свои саженцы появятся, да, и разводить ее. Ну и, в общем-то, нужно привести землю в порядок, ну и попозже еще и подвязать ее, поставить столбы, проволоку натянуть, но это все чуть-чуть попозже. А пока надо перекопать, убрать парей и саженцы немножечко по-другому пересадить. Как всегда с нами. Так, Орса, ты что-то творишь? Что это такое? Хулиганство, бой. Так, где-то Сонька. А, Сонька охотится. Вам, наверное, плохо видно, но вот Соня на соседний участок зашла, а там скворцы. Идет охота на скворцов. Здесь у меня виноград. Все нормально. Виноград еще присыпан. А это та самая грядка, скажем, место, где у меня малина. Малину нужно поднять, перекопать, прей. Ну и рядом здесь шпалера с ежевикой. Это сорт малина моровилла. Столько много побегов было. Надо сейчас это все раскопать, разделить и сделать красиво. Ну а здесь я уже поработал, перекопал, убрал прей, почистил землю, выкопал все саженцы. Они у меня присыпаны землей. Это брянская красавица. И сейчас мне нужно сделать направляющие столбики, и должен получиться красивый ряд с малиной. Орса, Орса, хороший мальчик. Сонька помощница. Это моя перчатка. Сонечка. Орсик. Замерли. Доброе утро. Разметка закончена. Будет два ряда малины. Один, второй. Впоследствии будут установлены столбики металлические, натянута проволока. И малина будет подвязываться с одной стороны и с другой стороны. И будет здесь два ряда ягоды малины. Это вот брянская красавица. Ну что, разметка сделана. И по такому принципу будут сделаны все остальные
грядки, скажем, с малиной. Ну, это потом. А вначале давайте-ка мы разберемся вот с этой грядкой. Самое любопытное животное – это Соня-кошка. Стоит открыть что-нибудь, дверь в сарай или вот прицеп, где лежит шелуха. Нужно проверить, чего это у нас там. Да, Сонька? Чего это у нас тут? Все проверить надо. Проверила? Орсик. Смотри, где Сонька. Сонечка. Любопытное создание. Шелуха здесь, шелуха. Домик, скажи, такой. Да? Похожу-ка я посмотрю. Может быть, чего-нибудь поймаю. О, какой хороший мешочек. У меня в бочке с прошлого года остался конский навоз с травой. И он благополучно перезимовал. Алла говорит, может быть, он испортился. Нет, замечательно он выглядит. И я сделал подкормку. И выкопал я ямки полметра между ямочками. И по 1,5 литра я добавил в каждую ямочку вместо синтетического удобрения натурального. Вначале я посажу одну сторону малины, потом земельку подровняю и начну уже с другой стороны сажать. Ну и новая грядка с малиной «Брянская красавица» готова. Посадил я 21 куст, сделал это шахматным методом, что получается напротив никого нету, раздвинуто все. 50 сантиметров между саженцами, 21 кустик. Все посадил, все красиво, осталось ждать результат. Потом я поставлю трубы, натяну проволоку, и будет замечательно. У меня такая шпалера с малиной. Малина, а рядом ежевика, а там за ежевикой идет хищник. К нам идет Сонечка. Один хищник здесь. Сонечка пришла, хорошая девочка. Где хозяин, там и Соня. Умничка. Ну а вторая малина, которой буду заниматься, это Моровила или Джон Джей. Нужно уточнить, я не помню, где-то записано. Здесь, конечно, нужно обрезать все. Это прошлогодние сухие завязи остались. Разделять все это. Что-то под корень вырезать. Тоже много молодой поросли наросло. Надо все это почикать. И еще один... Одна малинка, это желтый гигант, с ней получше. Я ее разделял в прошлый раз, прошлой весной. Даже вот были посажены молодые саженцы, которые сейчас почти все прижились. Это желтый гигант, очень вкусная ягода, даже, как Аллочка говорит, вкуснее, чем красная ягода. Удачный эксперимент у меня получился с розами. Это вот желто-оранжевая роза. Я ее пересадил сюда и по весне обрезал толстые чебуки. Посадил вот под баночку. И как видите, чебуки не только прижились, но и пустили молодые веточки. Много не мало, а почти 10 корней получилось. Но не все так хорошо, что-то подсохло. По весне я бордоской обрызгал их. Но то, что было закрыто, может быть, это и помешало. То есть уже тепло было, наступило, и некоторые, скажем, саженцы припарились. Ну, сейчас у нас 17 градусов, сегодня у нас 25 марта.
тепло, и я вот открыл все саженцы. Ну а с этой розой не так все хорошо. Здесь было два саженца посажено, которые вроде почка есть, но она не пустила рост. Этот сквозь землю пошел, новый рост, и здесь. Ну вот, здесь неудачный вариант получился, но ничего. В следующем году будет лучше. А здесь у меня четвертый сорт, местный абориген посажен, называется Таганка. Очень вкусная ремонтантная малина. Тоже вот было все маленькие кустики, разрослось, и здесь нужно тоже привести порядок. До ноября месяца была ягода. Хороший сорт, действительно хороший сорт, местная Таганка. Здравствуйте! Сегодня хороший праздник, День смеха, 1 апреля. И я сегодня закончил разборки с малиной. У меня теперь полноценная шпалера будет малиной. Желтый гигант, будет моровила и будет брянская красавица. Осталось еще немножечко места, я думаю сюда посадить нашу Таганку. Но Аллочка говорит, давай пускай все будет желтое. Ей очень понравилась желтая малина, она говорит, ароматнее, чем красная. Я говорю, ну а людям больше красная нравится. Так что у нас почти половина шпалеры будет чисто желтой малины. Розочки подрастают, это будет розовый куст у нас, очень хороший сорт, хорошо приживается, красиво цветет. Это вдоль винограда у меня будут розочки, и вот здесь начинается шпалера с малиной. Я уже подумал, что сделаю двухстороннюю шпалеру, чуть-чуть места свободного осталось, подрезал все, посадил, и вот смотрите, замечательно. Посадил я малину кустовым способом, не стал делать ряды, канавки, где-то 40 сантиметров между кустами, подрезал ее. Оказывается, малину нужно на зиму срезать, я не срезал. Для эксперимента где-то я оставил побольше высокую малину, скажем, саженец, ну а где-то обрезал под самый корешок. Но во всяком случае, опыт, он дело такое наживной, все у нас получится, все будет хорошо. Сорняки я максимально убрал, просыпал еще раз шелухой рисовой. 60 сантиметров будет шпалера двухсторонняя у меня. Ну а брянская красавица, это считается более поздний сорт малины. Она только-только начала выкидывать почки. При посадке я добавил перегной конского навоза и еще добавлю карбамида. Красный сорт моровила довольно хорошо себя чувствует, он такой ранний, шустрые побеги такие, от земли уже пускают молодые, ну, посмотрим, что в этом году. Ну и в конце, как я говорю, большое спасибо моим зрителям за то, что поддерживаете мой канал, подписываетесь, ставите лайки или нравится, пишите комментарии, мне очень будет приятно их прочитать, ответить на ваши вопросы, всегда поделюсь своим опытом. Напомню, что я 100% городской житель, который вот четвертый сезон живу в России, переехал из Латвии. Вот. Ну и маленький еще секрет, завтра у нас Аллочка, 2 апреля, годовщина, поэтому мы работать не будем, будем жарить шашлык и пить сухое вино, красное или белое. Ну, смотря какой шашлык будет. Все, ребята, пока. Это с вами был я, Сергей Гуд, и канал Викинг Лайф. Привет из Молдаванского.